Ребята, Audi отменилось. Audi отменилось. Забрали вот такую Peugeot 508 2008 года. 2008 года. Мотор 2.0 дизельный. Сейчас по кругу обойдем. 508 дизельный. Внешне есть следы использования. Царапины по кругу. Вот вмятина с царапиной. Спереди все целое. Но владелец сказал, что что-то с охлаждающей жидкостью, что мотор не может долго работать. Накладки на сиденье, автомат. Это люк, панорама. Полная крыша, панорама. Камизелечки. Это кто? Это тоже, наверное, на сиденье какая-то штукенция. Колеса у нас 215 на 60, 16. Аптечка раз, аптечка два, Makita. Вода какая-то, щетка, всякие наполнители, всякие жидкости для дисков. Место в натуре до хрена просто. Целый набор камизелек. Компрессор. Ну, а запаска снизу лежит. Под машиной. А, не, нема запаски. Тут обычно должна быть запаска. Так, а, масло, вы 5W30. Интересно, почти полное. Что ж ты тут делаешь? Омывайка валяется. Ну, я надеюсь, это яблочный сок. Странный звук. Что у нас тут затирает? Надо смазать просто. Пепельничка. Электросиденье. Сейчас. Значит, вот пробег. Пробег 245 тысяч. Полный бак. Подрулевые лепесточки. Ну, по комплектации я тут не шарю в этих Peugeot. Но место просто до хрена. Но панорамная крыша, это, конечно, топчик. Топчик выглядит очень классно. Вот. Мы ее уже загрузили, короче, потому что там не было места в этом Гамбурге. Загрузка производилась в Гамбурге. Не было места, короче, быстро загрузили, да и уехали оттуда. Уже едем на Польшу с двумя машинами. Peugeot 508 и Volvo C30. Это Peugeot, цена ее. Клиент ее купил за 2300. За 2300 ее цена. И она едет уже на Польшу. Все, ребята, до новых встреч.